Итак, здравствуйте, дорогие интернет-зрители, с вами снова Скудер, и это долгожданная лицензия iInternational, пройденная мной на золото буквально вчера. Ну и давайте ее вместе посмотрим. Сразу скажу, что это видео я рассматриваю как наше с вами прощание с первой частью Gran Turismo, поэтому оно будет пропитано некой такой ностальгией. Я в видео вставил музыку, и вся музыка, которую вы здесь услышите в этом ролике, это музыка с первой части Gran Turismo, с японской ее версии. Ибо именно в нее я играл в детстве, и поэтому я вот повставлял музыку именно с японской версии игры. Ну что же, давайте начнем прохождение самой лицензии. Вот, как вы видите, лицензия А у нас пройдена, и Б. Все золото получено. Ну и приступаем, собственно, к лицензии iInternational. Ну и, собственно, как вы знаете, лицензия iInternational — это самая сложная лицензия, как обычно, в играх Gran Turismo, где нужно проехать целиком, полностью все трассы, ни разу не вылетев и не врезавшись сильно. Ну и первой такой трассой здесь является High Speed Ring. Вроде бы должна являться достаточно легкой задачей, но я ее сдал одной из самых последних, по-моему, шестой или седьмой. Вот, как ни странно, и сдал, надо сказать, с большим трудом, было очень много попыток. Ну, видимо, все потому, что она все-таки достаточно легкая, и отыграть здесь время достаточно сложно. Здесь, по сути, вот связка медленных поворотов, левый-правый, самая такая, где можно отыграться. Все остальное — это скоростные повороты, плюс еще профилированные, поэтому достаточно, на мой взгляд, поэтому сложно здесь уложиться во времени. Может быть, для вас будет проще, не знаю. Пишите, если что, в комментариях. Так, ну вот, было первое золото получено. Вторая трасса у нас идет ночная, Special Stage R5. Здесь только представлены длинные версии трасс. И Special Stage, естественно, тоже в своей длинной конфигурации. Эта лицензия тоже достаточно была сложна для меня. Все потому, что трасса достаточно такая разноплановая. Медленные, быстрые повороты, перетекающие, скоростные. И я очень долго не мог подобрать ключик вот к этой связке, вот к правому повороту и сразу переходу в левый. Я постоянно здесь мордой тыкался или еще что-то. Как только подобрал к ней нужную точку торможения и вход правильный в апекс, в принципе, сразу дела пошли на лад. И также большие сложности у меня возникли вот здесь, в этой тройной эске. Ну, я думаю, это вообще самое сложное место трассы. Вот. И, собственно говоря, вот когда я победил эти два места, в принципе, все сразу получилось. Вот. Собственно говоря, вот золото успешно получено. Следующее задание — это у нас Гранд Волей прямо. И, как вы видите, машины еще чередуются. Здесь во всей лицензии только две машины, Гриффис и Вайпер. Ну, на мой взгляд, Гриффисом, конечно, управлять посложнее. Вайпер, он прощает гораздо больше ошибок, оплошностей. Гриффис, он более такой нервный, что ли, и немножечко инертен. Вайпер более точно реагирует на управление рулем. Ну, Гранд Воли, надо сказать, вообще мне дался очень легко, что прямо, что в обратку, финальный тест, мы до него еще дойдем. И тоже Гранд Воли. Очень мало попыток я, ну, буквально раза, наверное, с пятого золота взял. Вот, и как вы видите, в
правом верхнем углу экрана достаточно много отыграл золотого времени, около полусекунды. Вот, поэтому знаю. Grand Valley мне действительно, трасса очень нравится. Вот, поэтому, наверное, поэтому получилось все так легко. Ну, ключевые моменты здесь, это последняя эска тоже. Здесь надо очень точно оттормозиться, чтобы машину не бросило никуда. Хорошо выйти из этой медленной связки. Вот. Ну и, конечно, в песочных поворотах надо тоже очень точно тормозить и хорошо их проходить. Вот этот поворот последний, коварный очень. Там надо немножечко газ сбрасывать, потому что я пару раз там вылетал на траву, недооценив его. Ну и, в общем-то, больших сложностей, как я сказал, не было. Так, следующая трасса, и снова машина меняется, это Viper. На Deep Forest у нас. Deep Forest тоже мне очень легко дался. Тоже я, наверное, меньше даже 10 попыток на него потратил. Видимо, не знаю, может быть, мой конек какой-то вот в открытых таких вот трассах с, не знаю, достаточно медленными поворотами, что ли. Ну, самое такое гиблое тут место, это вот здесь сейчас будет вот на изломе. Немножко закрытый такой поворот, и еще с отрицательным углом наклона. Вот этот левый, точнее, затяжной, который был. Вот. Для меня он, наверное, здесь на этой трассе самый сложный. Ну, а в остальном, ну, вот здесь еще надо аккуратненько тормозиться, тоже не допустить вылета. Ну, собственно говоря, последний поворот тоже достаточно интересный, там нужно немножечко притормозить, так резать внутреннюю часть поворота. Ну, в общем, проблем возникнуть не должно. Так, половина лицензии позади, 4 задания. Итак, снова у нас Гриффис теперь на очереди, и трасса Автомринг, естественно, тоже длинная ее конфигурация. И опять же, Автомринг я прошел достаточно быстро. Песочный поворот, так же, как на Grand Valley, близко по ребрику. Дальше у нас пойдут сейчас эски, серия эсок. Тоже надо здесь четко выбирать апекс поворота, чтобы максимально быстро проходить эти связки. Дальше идет второй песочный поворот. Очень медленный. По идее, его надо еще ближе к внутренней части проходить. Ну, по марке тоже были, несмотря на то, что золото взято, конечно. В любой из лицензий, которая здесь представлена, естественно, время можно улучшить. И если кто-то из вас сможет, например, ну, не знаю, типа челленджа такого, да, мне будет очень интересно посмотреть или послушать, как сдавали вы, например. Вот тоже связка интересная очень. Вот этот поворот достаточно сложный. И вот этот следующий тоже. Легко вылететь вот туда налево. Я, наверное, чуть-чуть зацепил здесь тоже. Ну и финиш. Ну, как я сказал, особых проблем у меня на этой трассе тоже не было. Хотя для кого-то, может быть, и возникнут сложности. Так, дальше у нас опять Viper и трасса Trail Mountain. На Trail Mountain я достаточно много потратил времени. И, ну, где-то, наверное, около попыток 20, может, было. Не самая сложная, конечно, тоже трасса, но, по крайней мере, больше, чем Grand Valley и Deep Forest, требовалось тут времени на прохождение. Боялся ее достаточно, вот этой вот ее средней части, где тут в каньоне как бы мы вот едем. Достаточно такие плавные повороты, перетекающие друг в друга. Тут надо не ошибиться в апексе, правильно заходить в повороты.
Потому что в лицензии класса А тут на Skyline есть как раз эта часть, ее проходишь, и там у меня были большие сложности. Но здесь как-то странно. Ну, видимо, лицензия класса А дала о себе знать все-таки. Вот. Ну, здесь поворот достаточно легкий, он профилированный. Последняя часть трассы вообще проблем никаких не вызывает. Ну, тут надо тоже с небольшим заносом повороты проходить, вот эти вот медленные достаточно. Вот, и тогда все нормально будет. Ну и достаточно близко по ребрику внутреннему, благо они здесь очень широкие, на них можно полностью забираться. Здесь только небольшой сброс газа идет в последней эски, и, собственно говоря, все. Вот очередная лицензия получена. Так, далее у нас идет опять Гриффис и Супербосс. Вообще, я считаю, что вот эта лицензия должна быть последней. Она самая сложная. Это трасса R11 прямо. Ну, как ни странно, разработчики последней поставили Гран-Тури в обратку. Вот R11, естественно, вызвала наибольшие проблемы. Больше всего я тренировался на ней. Ну, скажем так, в два этапа тренировки прошли у меня. Сначала я тренировался хотя бы, чтобы серебро получить на ней. И все никак не мог приблизиться даже к серебру. Ну, потом, когда получил серебро, нужно было... 2 секунды еще до золота оставалось, и вот нужно было где-то их искать. Если честно, достаточно сильно глаза у меня округлялись и вызывало тревогу, где же я возьму эти 2 секунды. Но, в принципе, как и везде, точность в управлении, точность в торможениях, в проходе поворотов, вот здесь ключ как никогда к успеху. То есть вот очень точно здесь надо проходить повороты и стараться не биться об бордюры. Хотя вроде бы кажется иногда, что это где-то может помочь. Нет, бордюров лучше не касаться. Проходить как можно, опять же говорю, ближе к внутренней стороне поворота. Вот. И можно четче выходить из поворотов. И больше всего у меня затруднений вызывала вот эта последняя эска. Вот здесь ее левую часть можно срезать, и я там частенько всем корпусом машины срезал, и это считается, ну, фейлом, меня дисквалифицировали. Вот. А пройти на скорости иначе достаточно сложно, но все-таки приноровился в итоге. И вот был несказанно рад, когда все-таки получил здесь золото. Вот, и на тот момент у меня вот на этой лицензии золото уже было. Я вообще, если честно, самым первым получил золото вот это, финальной лицензии. И если вы посмотрите, опять же, в правый верхний угол, вы увидите, что здесь я отыграл, ну, практически секунду у времени золотого. Поэтому и сдал очень быстро. Меньше 10 попыток понадобилось, чтобы установить это время. Вот, поэтому еще меньше даже в обратку мне понадобилось время, чем когда я прямо сдавал. Ну, не знаю даже, что тут сказать. Вот этот вот, вот эта перекладка для меня достаточно сложная была. Здесь вот, ну, внимательно вот тут вот, на выходе из туннеля, медленный поворот, потом опять же вот эта эска, тоже аккуратно тут перекладываемся на середине, ну и четкое торможение на песочных поворотах, и опять же проходим как можно ближе к внутренней стороне поворота, главное не ошибиться здесь, тоже можно ближе к апексу проходить внутренние бордюры, вот эти скоростные повороты. Ну и последний поворот песочный. Здесь я допустил ошибку. Видите, меня на внешнюю бровку снесло. По идее, надо было гораздо ближе к внутренней части проходить. И все, финиш. Надеюсь, что
кто отважится проходить лицензию iInternational, у вас все получится. Ну а тем временем, вот такова получилась моя история с лицензией iInternational на золото. И вот нам написали, что наконец-то мы получили заветную машину. Заходим в гараж и смотрим. Наконец-то получена Nissan Nismo 400R. Совершенно точно могу с большой уверенностью сказать, что есть еще он в желтой раскраске, так как я вам уже говорил, что когда в рейсе прошел ее на золото, эту лицензию, мне дали Nissan Nismo 400R желтого цвета. Так что я теперь двукратный обладатель лицензии iInternational на золото. Вот, ну что же, вот таким получилось наше с вами прощание с Gran Turismo первой частью. В общем-то, это все. Больше я видео по этой части пока, по крайней мере, не планирую. Может быть, в дальнейшем что-то появится, какие-то задумки. Вы, если что, пишите, чего бы хотели, может быть, еще. Ну а так, давайте вместе попрощаемся с первой частью Gran Turismo. Надеюсь, что вам все понравилось. Подписывайтесь. Ставьте лайки. Ну и с вами был, как всегда, Скутер. Я вас оставляю наедине с замечательной песней Like the Wind, оригинальной, и исполнительницей Паулиной Вилсон. Ну и, конечно, Nissan Nismo 400R. Всем пока-пока.